Рядом со мной люди, которые в представлении не нуждаются. Тимур Родригес, Юрий Стоянов. Спасибо, что вы заглянули к нам на новогодний парад звезд. Только что в эфире прошел мюзикл новогодний «Красная шапочка». Скажи, да. Тимур, ты не казалось, что сказки какие-то жестковатые? Почему детей с детства приучают вот к такому ужасу? Меня всегда это смущало в «Красной шапочке». Меня начало это смущать недавно. У меня появился сын, ему уже, правда, 3,5 года. Так. Вот я читаю ему сказки «Братьев Гримм» Андерсона. Жутчайший материал. Перо тоже. Вот, да. Страшно читать. И только благодаря тому, что канал «Россия» решил бумажно подойти к этому вопросу, все кровавые сцены, они претерпели изменения. Они будут показаны на старый Новый год. Совершенно верно. У меня голова кружится. Юр, скажи, я понимаю, что этот год уходящий был сложный для тебя. С какими ощущениями ты переходишь в новый 2013-й? Что остается позади? Позади остается совершенно потрясающий и лучший кусок жизни, безусловно. И начинается новый. Какой, пока не знаю, но я думаю, что если не попытаться сделать что-то очень интересное, еще раз, и важное, то мой партнер меня бы не понял. Я хотел бы попросить вас сделать такое традиционное пожелание нашим зрителям. Из традиционного «будьте здоровы», это очень важно. Любите себя, любовь к себе – это не обязательно проявление эгоизма. Это, в этом есть забота о тех, кто тебя любит. Когда ты любишь себя, значит, ты долго будешь нужен людям. И берегите себя, конечно. С Новым годом! С Новым годом! Спасибо! Дорогие друзья, мы провожаем в историю 2012 год. Для нашей страны он был важным. Хотел бы искренне поблагодарить вас за труд, за вашу работу и ее результаты. Поблагодарить за доверие и поддержку. В эти минуты мы особенно остро чувствуем, как летит время, как быстро растут наши дети, как дорожим мы своими родными и близкими. Как любим их. Каждый вспоминает сейчас самые важные для него события, встречи, слова. И все мы ждем, что новогодняя ночь подарит нам удачу и немного чуда. А оно, как говорят, иногда случается. Но все же мы прежде всего рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом с нами, на то, что сможем совершить сами в работе и учебе, творчестве и созидании. Сможем изменить жизнь вокруг себя. И сами станем немного лучше. Станем более чуткими и милосердными, щедрыми и заботливыми к своим близким, своим детям и родителям, к друзьям, коллегам, ко всем, кто нуждается в нашем участии. Встречая будущее, мы, конечно же, надеемся на добрые, радостные перемены. И наши личные планы неотделимы от России, от сердечных, благородных чувств к своей родине. Ее развитие, продолжение ее тысячелетней судьбы полностью зависит от нашей общей энергии и труда, от нашего единства и ответственности, от нашего стремления сделать как можно больше полезного. Ведь только вместе мы, народ России, сможем уверенно идти вперед, противостоять любым испытаниям, решать самые сложные задачи, строить сильное, успешное государство, современное, благополучное и свободное общество. Дорогие друзья, до наступления Нового года осталось всего несколько секунд. Желаю всем здоровья, любви и счастья. Пусть рождаются дети, реализуются все добрые помыслы. Пусть в каждом доме, в каждой нашей семье царит радость и согласие. Тогда и Россия будет стоять прочно и нерушимо. С праздником вас! С новым 2013 годом!
какие новогодние фильмы ты любишь больше всего? Ну, конечно, «Иронию судьбы». Ведь «Ирония судьбы» — это пример того, как надо отмечать Новый год. Да, а «Ирония судьбы 2»? Это пример того, как надо зарабатывать на Новом годе. Тоже правда. А я слышал, что в следующем году будут снимать русскую версию.